Общественники хотят добиться возбуждения уголовного дела по факту некачественного строительства Саратовской набережной. Счетная палата области еще несколько лет назад при составлении плана насчитала 130 миллионов рублей нецелевого использования. Сегодня видно, что подрядчик не стал более добросовестным. Несколько провалов на новой набережной тому доказательство. Теперь общественники планируют добиться возбуждения уголовного дела по факту нецелевого использования средств. В результате того, что хозяйственную деятельность вели, так сказать, не с точки зрения того, чтобы качество сделать и все, что было нормально, с точки зрения, чтобы урвать какие-то денежные средства для своих личных карманов. Это значит, не доложили какой-то бетон, не доложили там еще что-то. Ну и вот в результате имеем то, что имеем.